בוקר טוב, השם היום ארכות צדיקים, פוטי פרוידניך, גלבה ורתה דינסטים, ורתה עשה שלניה, ירצון שדברי תורה לנשמת כל אופן מלחם חייסת ברתמרה, לרוב בית אסתר, אין תורותך בן עדינה, גברי בלין מה שלום, עוברו מלוח מר, עוברו יעקב בן זאבו, יעקב בן רחל, להצלחת המסר, רפואת המסר, רפואה שם אלו חיים בן מרים, שמון חיים בן מזל, אלו חיים בן ציפורה, מתתיה בן רחל, אלו שבן מלכה, וכל המצווה בעזרת השם רפואה שלמה. Говорит он дальше так. Сожаление, то есть харата на лашона кодыш, это когда человек раздумывает и жалеет о своем поступке, если он сделал что-либо неподобающее. Харата, то есть я сожалею, мне плохо, я думаю, что то, что я сделал, когда я сделал что-то неправильно, это было неправильно. Это прямой путь в деянии, возвращение в покаянии. Лахазор бичува. То есть одна из ступеней чувы – это харата. Человек должен, во-первых, признать, что он ошибся, что он согрешил. Второе – то, что он сделал, должно вызывать у него сожаление. Ему должно быть, он должен переживать за это. И невозможно вернуться без раскаяния. То есть, еще раз, возвращение в покаяние, разор быть чува, потому что кто согрешил и покаялся, как будто не согрешил. Еще раз, что он пишет? Потому что тот, кто согрешил и покаялся, сделал чува, как будто не грешил. И невозможно вернуться без раскаяния. Никогда грехи не будут искуплены, если грешник о них не сожалеет. То есть человек сделал чува, он думает, что он сделал чува. Но он не сожалеет о том, чтобы... Ну, он говорит, то, что было, было. Так чува не работает. Пока он не сожалеет о том, что он сделал, пока у него внутри не все не болит и не переворачивается из-за того, что он пошел против Всевышнего, чува его не работает. Как может человек просить, прости нам, Отец наш, ибо мы согрешили, если он не сожалеет о том, что согрешил? Мы говорим, Ана, Хатану, Авину, Пашану, мы просим там, чтобы он нас простил за то, что мы грешили, но если он не сожалеет, как он может просить? Это как если бы царский раб провинился перед царем и просил прощения, не сожалея ни о чем, но даже каждодневно повторяет свой проступок. То есть человек, который не сожалеет, в принципе, он будет продолжать делать этот грех. Да, я грешу, но... не специально, но ничего не могу с собой поделать, что могу я сделать. Так чего не работает? Не работает. Конечно же, царь еще более разгневается на него. Так же и тот, кто обирает людей и приходит каждый день просить царя простить ему, но снова обирает и грабит, этот грабитель только увеличивает гнев царя просьбой о прощении. То же самое, да, человек, который постоянно грешит и просит Бога, чтобы он его простил, он наоборот этим Бога гневает. Ты понимаешь, что ты делаешь неправильно. Ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это грех. И ты продолжаешь это делать, и еще каждый раз приходишь и просишь, чтобы я тебя просил. Так же, как и этот вор приходит к царю, простите меня, завтра опять воруют. Послезавтра и то же самое, и каждый раз просит, чтобы простили. Но царь его простит или нет? Наоборот, с каждым разом будет гневаться все больше и больше. А потому пусть сожалеет о содеянном и молится, и исповедуется, и пусть утверждается в том, что более не совершит подобного. Тогда его молитва будет принята Создателем. Дальше. Но совершить доброе дело и сожалеть об этом весьма дурное свойство. То есть, если человек согрешил, сделал ошибку, и он об этом сожалеет, это мицва, он должен об этом сожалеть, это одна из ступеней чувы. А если человек сделал мицву и сожалеет об этом, он говорит, это дурное свойство. Потому следует остерегаться сожаления в добрых делах, чтобы не потерять свою заслугу. Если ты дал бедному милостыню, а он рассердил тебя, остерегайся сожалеть о добре, сказанном ему. Почему? Когда ты давал милостыню, твое намерение было во имя Всевышнего. Вот это твоя награда и сохраняется для тебя. Поэтому человек сделал мицву, если он о ней сожалеет, он, не дай Бог, ее потерял. Дал цедаку бедняку. А бедняк его разгневал, не может на него сожалеть, лучше бы мне не дал бы другому. Почему? Потому что когда дает цедаку, исполняет волю Всевышнего, исполняет мицву и делает это ради Всевышнего. Когда сожалеет, выходит, ты по каким-то другим причинам дал. Или ты думаешь только о себе, и эту мицву он теряет. А если мошенник ударит, который приходит,
Мы сказали так: все, кто просят, все, кто руку протянул, мы что-либо даем. Небольшую сумму мы даем. Но когда человек хочет дать побольше, тогда он должен проверить, кому он дает, он мошенник или не мошенник и так далее. И в делах житейских это свойство достойно порицания. Когда человек не держит свое слово, сегодня обещал сделать что-либо, а на завтра сожалеет об этом и не исполняет. Дает обет поститься или дать милостыню, или учить закон, и сожалеет об этом, это дурное свойство. То есть человек пришел на урок, и там он услышал хороший урок, хороший шиур Тора, загорелся, в него там все и включили, а завтра опять он уже остыл, послезавтра все меньше и меньше. Поэтому, говорит, это сожаление о мицвот, о том, что он дал себе обещание делать мицвот, делать цдаку и сожалеет об этом, говорит, это дурное свойство. И хотя сожалеть о дурном весьма доброе свойство, хорошо бы человеку поставить себя так, чтобы не приходилось менять себя от обычая к обычаю, от качества к качеству. А предел добра – думать о добром и выбирать добрые обычаи и качества и вести себя в согласии с ними. То есть человек должен научиться вести себя правильно, чтобы не было, что сначала он, не дай Бог, грешит, делает ошибки, а потом сожалеет и исправляется. Сначала должен вести себя правильно. И прежде чем начать делать, следует человеку подумать, а может ли он исполнить это дело, а подумав, пусть держится своего решения. Ты решил, как мы проходили на Даф Йоми с вами, трактат Моед Катан, пятый, там написано, что человек, который думает о результате своих слов или своих действий и действует в соответствии с этим, получит спасение от Всевышнего. Как был Раби Янай, у него был ученик, который был очень-очень умный и очень острый. И всегда задавал Рабаю вопросы такие, что были непростые вопросы. Когда задавал, когда все были в классе. Но потом, когда перед праздниками приходило много народу, он сидел и вопросов не задавал. Когда его спросили, почему, он сказал, то иногда, я задам вопрос. И Рабай не будет в этот момент знать ответ на этот вопрос. А так как пришло много людей, он устыдится, чтобы не стыдить Равая, я вопросы не задавал. Когда этот Равин его услышал, Раби Янай, он его благословил, сказал, вот так говорят наши мудрецы, так сказал Раби Йошуа бен Леви, человек, который думает о последствии своих действий и о последствии своих слов, получит безрадостное избавление от Всевышнего. И здесь написано, человек, который дал обещание, должен свое обещание сдерживать. Написано про Раби Йошуа бен Леви. У него был один из друзей, ангел смерти. Он говорит, где мое место? Он говорит, твое место в Ганедене, покажи мне. Он ему показал, что он сделал. По дороге туда, он говорит, дай мне сначала свой ножик. Ты мой друг, но все-таки ты ангел смерти. Дает ему инструмент, скажем, исполнения работы ангела смерти. Он отдает ему. Он летит на нем, показывает. Он там, говорит, твое место в Ганедене. Он спрыгивает с него на свое место. Он говорит, окей, все, посидел. Давай обратно. Он говорит, я отсюда не уйду. Как не уйдем? Он говорит, я себе дал обещание, что я живым попаду в Ганеден. Он говорит, ты не... Получится. А? Так не получится. Туда-сюда, как бы там ни было, пришли на суд к Богу. Бог говорит, откройте книгу его жизни и проверьте, давал ли он когда-нибудь обещание и не исполнил его, и сожалел о нем. Открыли его книгу, никогда не было, что он кому-то что-то говорил, что я сделаю или обещал, и не исполнил. Он сказал, то если бы он когда-то свое обещание отменил, Атарат Недарим сделал, и это бы обещание мы его отменили. Но так как он всю жизнь держал свое слово, и это обещание мы для него исполним, и он остался там один. Потом он ему говорит, окей, дай мой нож, мне надо на работу, у меня сегодня список Лаолену. Он сказал, я твой нож обратно не отдам. Почему раньше было, что когда люди приходили навещать больного, и приходило время ему уходить, этот ангел смерти появлялся там перед всеми, и от страха все умирали. И потом ангел смерти страшный, мы с вами говорили, каждый раз, когда человек делает грех, смотрит то, что не надо, у него появляется один глаз. У него руки из глаз, ноги из глаз, лицо из глаз, все из глаз. Все это грехи человека. И он потом сказал, что человек должен уйти, эти пришли исполнить мицву, почему они должны, не дай Бог, умирать? И с того времени Бог сказал, окей, ты пришел за человеком, чтобы видел тебя только этот человек. То есть человек, который удостоился умереть правильно, он видит шхину. Человек, который грешник, видит ангела смерти. И даже если он должен быть увидеть ангела смерти, он видит только тот человек, все остальные остаются невредимыми. Как оружие? Дальше.
А он забрал у него Мулуясеф по дороге, чтобы он его случайно не прирезал. Дальше. Поэтому, он говорит, ты подумал, держи своего решения и не бегай от обычая к обычаю, потому что переменчивость весьма достойна порицания. Такой человек презираем обществом. Даже если он прибегает от одного доброго свойства к другому доброму свойству, в его делах не найдешь смысла и нельзя полагаться на него. Человек, который меняется как хамелеон, сегодня такой, завтра такой и так далее. Кроме этого, Рав Штурм сказал интересную вещь. Сегодня есть вопрос. Есть раввины, которые мы знаем, что они устражают закон. Есть раввины, которые облегчают закон. Пришел человек к раввину, который устражает закон. Но он знает, что есть другой раввин, который в этом смысле он облегчает закон. Имеет ли он право вот этого человека послать к тому раввину, который облегчает закон или нет? Да, сам рабай. Нам так легко все сразу решать. Это книги написаны на этом. Мы раз взяли, конечно, почему нет, кто сказал да. То, поэтому, как бы там ни было, человек должен знать. У человека должен был один раввин, которого он спрашивает, и он идет по тому, как он говорит. Дальше он говорит, человек, вернись, пока твое раскаяние имеет силу, и не откладывай до могилы, потому что в том твоем раскаянии отсутствует польза исправления. То есть человек должен сделать чува, пока он молодой. И если ты сделал что-либо против своего ближнего, раскайся и пойди помирись с ним. А если твой ближний провинился перед тобой и раскаивается, прими его. И если даже ты сомневаешься в искренности его раскаяния, прими его. То есть, если ты кого-то обидел, ты должен пойти к нему. Если того, кто тебя обидел, тот, кто тебя обидел, пришел к тебе, прости его. Даже если ты видишь, он не искренний, все равно прими его. Но если ты укорил кого-нибудь жестким укором, и тот возненавидел тебя, так сказал Давид. И с восстающими на тебя ссорюсь. 139 глава Таилин, 21 пасук. И не раскаивайся в той ссоре, потому что если ты раскаешься и попросишь прощения, укрепится он в своем заблуждении. То есть ты видел человека, который делает ошибку, грешит, и ты его как надо упрекнул, как надо ему объяснил, сделал замечание, а он из-за этого тебя возненавидел. Он говорит, что Шломо ха-Мелех говорит, что глупец ненавидит замечания, глупец. А тот, кто мудрый, наоборот, любит. Поэтому он говорит, ты ему помог исправиться, поставить на правильный путь. Даже если ты это сделал в резкой форме, и он из-за этого на тебя обиделся, не раскаивайся. У тебя есть мицва. Охех, тохех, это митеха. Но, как мы сказали, сегодня мир другой. Сегодня мир, все нужно делать с любовью. А если неправильное замечание? Тогда вы должны извиниться, если неправильное замечание. Нет, вот тот человек неправильное замечание. Он должен извиниться. А если не извинился, тогда вы его должны все равно простить. Мы сказали, что Бедрат Шем Шаббат мы с вами пройдем несколько вещей, которые приводят человека к длинной жизни. Одна из них, что один мудрец, его ученики спросили. Там написано, каждого раввина спросили ученики, как вы долго жили. И каждый из них дает три примера из своей жизни, которые он делал. Один из них говорит, я никогда не шел спать, не простив всех людей. Кто бы меня не обидел, неважно в чем, в моем теле, в моих деньгах, в моем настроении, я на кровати не ложился, на кровать не поднимался, пока не прощал. А если правильно, то не правильно. Мы сказали, если правильно, то вопрос, кто решил, что это правильное замечание? Каждый считает, что это правильное замечание для него. Каждый видит, что он прав. Как знаешь, правильное замечание, как правильно замечание? Как правильно замечание сделать? Человек сначала перед тем, как должен замечание сделать, должен подумать. Я это сделаю от злости или из любви к нему. Я это сделаю ради его пользы и ради, или потому, чтобы мне сейчас нужно сорваться или ему что-то сказать. Поэтому, если человек делает замечание с пользой для другого, и также с детьми у нас то же самое. Иногда человек уставший с работы, и легче сказать ребенку, заткнись уже, чем... немного времени ему уделить. Поэтому человек должен думать, что он и как он делает. Некоторые люди, например, в синагогу очень неправильно цвет надевать, и цвет надевать. Да, слушать неправильно надевать, обижается. Это его проблема. А если, он, если ему сказали про тфилин, нужно ему сказать аккуратно, извините, но тфилин нужно одевать вот так. Сожаление – это путь ко всем добрым делам. Вот некто отлынивает от изучения закона. Закона. Не учится Тору. Сожалея о своем безделии, он решит заниматься законом в полную силу. То есть, если у него правильное сожаление на правильное место,
Тогда понимая, что он зря теряет время, он начнет изучать Тору. Другой не постарался молиться с большим вниманием, с каваной. Сожалея об этом, он подумает, как же я посмел стоять перед великим царем, перед царем царей, без должного внимания сердца. Как я мог молиться без кавана? Третий привык к пустым разговорам. Сожалеет и думает, что же я натворил? Мне следовало приобретать жизнь в будущем мире, а я занимался пустяками. Человек, который болтает, мы должны знать, он, не дай Бог, укорачивает себе жизнь. У человека есть определенное количество слов, которые он должен в течение своей жизни сказать. Тем больше говорит, женщинам, видимо, больше выделили слов, квота у них побольше. И как один советовал, человек пришел домой, жена у тебя начала говорить, что сядь и слушай, ничего даже не отвечай. Та-та-та. У него есть определенное количество слов, которые она должна выговориться в день. Поэтому человек, который говорит то, что не надо, укорачивает, не дай Бог, свою жизнь. В эту квоту, в этот размер диврей Тора, наставлений, все остальное не входит. Как мы сказали, в Рош ха-Шана Бог решает, сколько человек заработает денег в следующем году. Но в это не входят расходы на праздники, расходы на Рош ха-Ходеш, расходы на Йом Тов, на обучение детей. Человек, который тратит больше, Бог вернет ему больше. И здесь он говорит, зачем я говорил? Что же я натворил? Мне следовало приобретать жизнь в будущем мире, а я занимался пустяками. Как у нас говорят, гавиол, гавиин, его так, и это так, ты знаешь, случилось что? А достигший пожилого возраста, пусть сожалеет, если дни его прошли без служения Всевышнему. Держись этого правила, он говорит. Подумай в душе обо всем, что совершил, и о каждой заповеди, которую ты не постарался исполнить, как должно. То есть иногда мы исполняем заповеди, но не дай Бог наши заповеди калеки. Мы говорили с вами, каждая мицва, человек создает себе ангела. Если это мицва, ангела, который его защищает, адвоката, а если, не дай Бог, это грех, то это ангел, который его, не дай Бог, обвиняет. Но даже когда мы делаем мицвот и не делаем их так, как надо, эти ангелы калеки. Кто без рук, кто без ног, кто без глаз. Поэтому говорит, о каждой заповеди, которую ты не постарался исполнить как должно, и обо всех постановлениях мудрецов, которые ты не всегда исполнял, и сожалей о каждом проступке отдельно. Поэтому говорили, есть люди, которые, как только Йом-Кипур заканчивается, открывают тетрадку, начинают себе писать. Сегодня, не дай Бог, в этом месте я пропустил Беркат Левана. Или сегодня, Шаббат, я поздно начал. Или почти начал вовремя, не подготовился раньше. И тогда сегодня я разозлился. Сегодня я сказал, то, чтобы на Кипур у нас есть мицва. Один раз в году делать видуй. По Торе. Так у нас мицва каждый день говорит видуй. Но мы с вами, когда проходили Алахот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, что... Во все остальные дни я могу сказать веду своими словами. У нас есть формула Ана, Хатати, Авити, то, что мы читаем после Шмонайсре. Но там человек может добавить своими словами. Или просто сказать Хатати, Авити, Пашати. Я грешил неумышленно, умышленно, и не дай Бог разгневать, для того, чтобы разгневать тебя. Но в Йом-Кипур мы должны читать этот веду так, как он написан. И потом можем добавить своими словами. Убавлять не можем. И человек тоже должен сделать себе список, чтобы у него было о чем раскаяться. И подумай, и поспорь с самим собой. И разгневайся на кого? На себя. Человек должен гневаться на себя. Как же я не стремился к тому, чтобы исполнить волю моего Создателя? Как же я оставил без должного внимания постановления мудрецов, их добрые наставления и справедливые укоризны? Вот почему сожаление есть великое исправление всем заповедям и всем добродетелям. Поэтому человек, как мы знаем, мы сказали, человек всегда меняется, должен меняться. Для чего человек сегодня проснулся? Если Бог не думал, что этот человек нужен в этом мире, не дай Бог, он бы не проснулся. Без этого человека мир не может существовать. И Бог дает жизнь человеку для того, чтобы он с каждым днем становился лучше. Если человек не становится лучше, для чего ему жить? Поэтому человек проснулся, должен сказать, что сегодня, Безрат Ашем, я буду лучше, чем вчера. И стараться в чем-то стать лучше. На этом мы закончили эту главу. Барух Адонай Леолам. Амен ве амен.